Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед. Рады вас видеть в нашей библиотеке. Завтра 12 апреля. Помните, какой это день? Какой это праздник? День космонавтики. День космонавтики, совершенно верно. А почему же этот день мы отмечаем именно 12 апреля? Кто из вас вспомнит? Потому что, наверное, 12 апреля первый раз полетел в космос человек. А кто был этим человеком? Гагарин. Юрий Алексеевич Гагарин. Правильно, Юрий Алексеевич Гагарин. Мы не только по этому поводу собрались, что завтра день космонавтики, но еще ведь 9 марта Юрию Алексеевичу исполнилось бы 90 лет. Он родился 9 марта 1934 года. На этой фотографии вы слева вы можете увидеть маленького Жиру Гагарина. Сегодня мы с вами поговорим о детских годах космонавта. Об этом, я думаю, мало кто знает. Я вас хочу познакомить с вот этой замечательной книгой. Она называется «Жизнь замечательных детей». Автор Воскобойников. Множество ученых, космонавтов, писателей, поэтов не только нашей страны, но и других стран. Именно детские их годы. И здесь можно узнать о том, как же они выросли, почему они выбрали определенные профессии и чего добились в жизни. А сегодня мы с вами поймем, что оказываются задатки, интересы у Юрия Алексеевича Гагарина были с самого детства. Это небольшой город, который раньше назывался Джатск. Именно там родился Юрий Гагарин. Он родился в многодетной семье Гагарина Анны Тимофеевны и Алексея Ивановича. Один, два, три. Поехали! На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.